Всем здрасте! Сегодня мы вам запишем кухонные посиделки. Кухонные посиделки Кухонные посиделки заключаются в чем? Правильно. Ни в чем. Просто сидим и сидим. Анюта готовит печеночный торт. Взяла себе блендер, она в очередной раз, третий блендер, перемолотила печень, он не сгорел. Обычно он тухнет на печеночных тортах, блендер. Нет, второй на чем он тух? Второй на чем? Не помню. Первый сдох на печеночном торте, ну, когда печень молотила. Второй сдох. Второй сгорел на чем-то, я не помню на чем. Третий. Значит, тесто, по-моему, какое-то время съел. Ну, первый сразу. Да, тесто какое-то. Ну, первый сразу сдох. Он в первый же день, правильно? Да. Сразу его взяли, сразу же пошел дымок. Да, в первый час. Да. Ну, приехали, сразу начали печеночный торт делать, он сдох. Второй... Он еще поработал, потом она что-то вроде тесто. Ну, короче, не помню, что она начала месить. Тесто как-то месило. Ну, такое для этих, для чего не помню. А, да. Жидкое тесто для этого. Ну. Типа вот, типа кексы. И, короче, он тоже сдох. Но он спустя время сдох. Вот сейчас взяла она себе еще один. Бош. Бери бош. И делай дело. Что-нибудь побазарим, просто так поснимаю, поговорим, разговорчики, то все. Все, замешиваю. Снимать не буду толком, как точно, будь здорово еще раз. Как делаем печеночный торт, так если что, ищите там ниже, там есть у нас печеночный торт. Курица даже. Фаршированная гречка у нас есть, вы не представляете. Все есть. Я вчера варил картошечку такую, вареную. Как в поезд собираешься. В баночку раньше никто из вас не ложил. Когда молодые были. Ну, я вот малой с мамкой ездил. Я помню, все время варили картошку. Укропом посыпали, маслом. Такая картошка вкусная была. Вообще просто бомба. Да? Еще вот это поешь. Вкусно. Ее надо выкинуть, вот эту сверху, наверное, зеленушку. И, короче, сделал отменно. Миска с овощами пожарил. Анюта сказала, вкусно. Первый раз в жизни я вкусно что-то приготовил. Вот так вот. Ну и все, что. Поговорили и хватит. Смотрите дальше. Сходил в магазин. Бонжур, Конти. Все ради удовольствия. Ну тут так написано, все, не все. Две точки нету, значит все. Все ради удовольствия нашего. Намолотила печень, два яйца, чеснок сейчас делаю, все нормально, все. А? Молока еще добавила. Сейчас муки еще добавим, говорит. Все будет путем. Ладно, смотри. Тесто. Она блендером. Красивенько получается. А так я собрал все блендер. Да? Угу. Точно? Такое же тесто, как ты уверена? Не тесто, творог. Да. Помнишь, делала я творог с чем-то там? Чем-то там. Замесила она. Показать вам не могу, так как ложки у меня нету. Ну, короче, вот такая консистенция, нормально жидкая. Сейчас все это пойдет на сковородку, да и все. Делов-то на этом. Вот так вот. Да?
Она говорит да. Помимо просто печенки, мы еще делаем яичные блины. Яичные, печеночные, майонезиком. Все, сдабриваешь это вот таким. Слобода с лимонным вкусом, и все, ништяк. А, и морковка с луком. Ну, поджарка, да? И все, такой печеночный торт. Сейчас вот разбили несколько яиц. И все. И блинчики яичные, очень вкусно, даже в салатиках, поверьте мне. Просто. Вот у нас, короче, яйца. И все, мы их начинаем взбивать. Так, говорить, так готовить нереально. Ну, когда ты тулишь в камеру, знаете, в этот выемную консистенцию, готовить так невозможно, невозможно. О, маманя идет сейчас, вон маманя вон слева, около Нивы проходит. Домой идет, до дома, до хаты. Все. Эти все там занимаются поливкой. Вяжут сетку. Скоро будут заливать. Сейчас свяжут и начнут лить. На улице минус. Все, вот две консистенции у нас такие получаются. Яичные блины, печеночные блины. И что помру на днях. Мне просто поговорить не с кем. Вот я решил включиться, как бы поговорить сам с собой. Ну как с собой. Одновременно. Чего постоянно прибедняешься? И с вами. Не с кем поговорить. Не с кем. До свидания, значит. До свидания, значит. Вот так вот. Мы с тобой не разговариваем, долго тебе здесь быть. Бедолага. Ладно, пошел вещи собирать. Давайте увидимся. Ну да, снимем торт потом. С рюкзаком. Пойду куда-нибудь. Масло какое? С чем? С чесноком. Масло с чесноком. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. Дай! Все, жарим блины. Первый блин комом, второй тоже. Первый печеночный блин. Как он вкусно пахнет. Вы не представляете. Ух, я нарезал лук с чесноком, плачу. Все, не могу аж прям. О, еще одна тоже. Ненавижу лук чистить, если честно. Сейчас обжарку делаю. Что? Анюта сделала блины. Показать вам блины. Они как поганки пересохшие. Что-то скрутились. Видать, давление какое-то не то было. Но вкусные. Ну вот. Не надо, давайте. Яичный блинчик. Посмотри, пожалуйста, за зажаркой. Что? За зажаркой, посмотри, пожалуйста. Зачем? А, понял. Сейчас будем делать зажарку. Сейчас покажу блинчики вам. Хочешь жрать? Я не ем. Вот это печеночный. Что-то они как-то за это. Ну это этот, тебе нормально. Да сейчас приложится, все ништяк будет. И вот яичный. Ну это вообще как будто я не знаю, что это. Типа блин. Типа последний. Остатки. А вот наша зажарочка. Красный лук и морковь. Сейчас все это так позолотится, ништяк. Ой, бомбочка будет, я вам говорю. Ребята молодцы. Крышу счищают. Снежок. Счистят и будут собирать, наверное. Тем временем наша глубоко любимая Анна собирает. Какой хороший торт у нас. Леношечка. Вот так собирает тортик она. Смазывает его обильно. Молодец. Не знаю, как у вас. У нас, когда готовим, постоянно зелень не почистили, все это уже дрова, короче. Тоже все заплакали сразу. Прям срочно надо было. Сейчас прям. Так что, вот так вот. Чистите зелень, короче. Помогайте своим половинкам. Если вы ничего не почистите, то это все аут, дрова. Да, Анна? Нервничает Анна. Скажи.
последний штрих. Убери. Анны. Ты вот пихаешь? Или ты туда прям воткни ее, пусть вот так вот стоит. Прям вот возьми вот так камеру, воткни. Рома! Что за мода? Или. Или что-то опять не нравится ей. Ну так что за мода? Так я показываю людям. Я готовлю, а ты тут воду купишь. Хотят видеть, какой получился продукт, правильно? Она не дает. Такой большой какой-то он получился, как торт. Неговский. Здоровый. Что называется торт печеночный. И как раз вот банка майонеза ушла вся. Потому что печеночный торт называется. Вот так вот. Так что ешьте с нами, ешьте без нас, ешьте мимо нас. Все нормально. Торт готов. Сейчас покажу его, чтобы не тыкать, не мешать ей смазывать. Вот он какой. Бомбический. С зеленушечкой, со всеми делами. Какой, смотрите. Вау. Наверх не хватило, говорит, украшений. Как вариант, можно вот ими украсить. И кофе посыпать. Ну просто замечательно. Молодец, Анюта, пятерочка тебе. Мы не будем показывать, как мы его едим. Мы же его не сразу будем есть. Хотя... Сразу, конечно. Он должен постоять, пропитаться часок хотя бы. Не должен. Не должен. Другой торт. А, точно, это этот. Медовик. А этот можно есть сразу. Вот так вот. Ну и все, что? Ты будешь его резать? Да. О, тогда я покажу вам еще. Ну, все, смотрите. Вот так он красиво разрезается. Ой. Ой-ой-ой. Встань, ну. Сейчас все упадет. Что-то не прорезала, говорит. Смотрите. Давай, давай. Быстрей. Доставай. Под руку не... Вы просто посмотрите на этот шедевр. Это просто... Фокус пропадает. Красиво, когда подсветка. Просто бомбочка. Вы ели такой тортик? Я думаю, нет. Всем приятного аппетита. На этом наши кухонные посиделки закончились? Да. Всем пока. До скорых встреч. Пока.